«Еда готов». Школьники пополнили ряды детской организации «Пионеры Кубани». Профилактика инфарктов. Тысячи горожан получат сообщения с полезными советами. Итоги кампании. Армавирцы пожертвовали в фонд помощи более 650 миллионов рублей. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19.00, повтор в 6 утра, 6.30 и 12 часов 30 минут, а также в любое время на сайте ravita.info.